stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. Was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, комплекс «Алмаз», где в рамках первого тура
первенство ГЗО по мини-футболу. Команда... Сейчас команда «Звезда» в синей форме, команда «ЛЖЗ» в оранжевом. Никита, пас на Ивана, удар Вежлюдова, кипер, здесь все надежно. Фланг, пасует 1-1. Кипер, здесь все надежно, не дает пробить Игоря Кипенькова. Шихов на поле. Автор лучшего гола. И вот тут же забивает Рамис. Турбан, 13 номер. Уже повело. Хорошая возможность везды провести контратаку. Удар голкипер. Слава с мячом. Удар мощнейший, чуть-чуть точности не хватает. Рамис бьет, голкипер выручает. И выкидывает все-таки повторным ударом. Рамис ударом забивает. И стоит мяч. На 40-й минуте встречи. 6-0. Уходит от игрока. Завершение. Мяч сбивает что-то там с потолка. Посторонняя вещь. Площадка. Никто не замечает ее. На этом матче у нас завершается уверенная победа УВЗ новичком первенства ГЗО «Звезда». Счет был Дексина 6-0. Всем спасибо за внимание. До свидания. Удачи. Интервью нам дает Иван Благовидов, нападающий команду УВЗ. Вам по диспетчерам о матче. Было тяжело играть, хотя не сказать по счету. 6-0. Парни, видно сразу, я из второй группы, но видно играющие, умеют играть. Тяжелая игра была. Забили свои голы, все спокойно, играли, выиграли. Свои голы довольны? Да. Кого-то выйдите, может, в составе, кто вас впечатлил? Да, меня впечатляет Рамис Габдулбаров, как защитник, он забивает уже вторую игру, два гола. Для защитника это очень здорово, молодец. Расскажите, вчера как игра была? Спирание? Вчера очень тяжело было. Парни какой год уже идут, приза, первые, вторые места. Вчера очень тяжело. Сенсационный результат. Ну, отличный результат, 4-4. Да. Поздравляю вас, успехов в дальнейших играх. Спасибо.
Ты сегодня не пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил или где-то был неправ. Может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Мы знаем наперед, кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках, и только свет далекий манит одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. В голове мои туманы маны, утекла любовь из кармана. Друзья говорили, забудь ее, забудь. И теперь на сердце раны, раны. Но ты же знаешь, что я упрямый. Я буду в тебе как в тумане, медленно тонуть. Мне так пусто на душе, и почтовый мой пустой. Сердце раны, раны. Но ты же знаешь, что я прямый.
прошу у одного твою любовь, себе навечно, и небо мне подарит ночь, когда я тебя нечаянно встречу. Моя любовь, я каждый раз закрываю глаза, когда смотрю в чужие лица, и в темноте хочу увидеть тебя. Рамис удалил, ударил мяч в воротах. Точнее, что удар, получается, Рамиса Габдульбарова. И счет равный 2-2. Гол в раздевалку. Вперед налево. Рамис обыгрывает, бьет и забивает мяч. Очередной мяч. Рамис Габдульбаров.